Всем привет, с вами Оксана Майкова, и сегодня у нас необычное развлекательное видео. Вы знаете, что я помогаю инвестировать в недвижимость в Испании максимально выгодно и безопасно, но иногда стоит отдохнуть. И сегодня мы с вами направляемся в Ронду. Что такое Ронда? Это потрясающий город в Испании, и у нас сегодня бело-красный бычий ран. Сегодня будем гонять быков. Достаточно быстро мы погрузились в автобус и поехали. Ну, естественно, дорога, когда в начале дороги, то ты не знаешь, что тебя ожидает впереди, поэтому у всех настроение приподнятое, всем весело. И посмотрите, какая у нас специфическая одежда сегодня. Бело-красная, кроме меня. У меня, как всегда, розовая. Не потому что, а просто я не очень внимательно отнеслась к форме одежды. Присоединяйтесь, если вы захотите. Да, по пути, кстати, пока мы останавливались выпить кофе, к нам присоединились китайцы. Хотели с нами сфотографироваться, бегали с фотоаппаратами, селфи-палками. То есть это еще больше подняло нам настроение, потому что это весело. В Рондо, в самой Рондо, мы встретились с другим хашем. Вообще хаш – это такое направление. В разных городах, в разных провинциях есть свои группы. Так вот, к нам присоединилась группа хашевцев из роты. Это молодые американцы. Американцы, военно-морской флот там у них где-то стоит в роте. Вот они, значит, там все обитают. И мы с ними очень хорошо дружим. И когда мы с ними встречаемся, это бывает пару раз в году, то есть на специальных вот таких встречах, очень неплохо проводим время. Вот у нас рождаются детки, то есть, ну, кто-то женится. Вообще, это такое веселое, интересное, такое полуспортивное движение любителей пива. Как бы смешно это ни звучало. Но Испания, она, ну, то есть и Испания, чтобы получать максимум удовольствия, чтобы заводить новых друзей и вместе хорошо проводить время. То есть приглашаем всех, это открытое сообщество, есть сайт, есть разные программы. I'm gonna have the bull step out here so you know what you will be running from. I've got sexy bull. I've got sexy bull. And sexier bull. When you see the bulls, you will run in terror. You want to get the horns. All right. And on certain places, you will find the special El Toro Grande. El Toro Grande is friendly. Feel free to pet him in all the right places. But he will not gore you, and he cannot see you. So El Toro Grande is blind, trust me. All right, so we'll come across that. We have a great mixture of wonderful people today, so I'm going to tell you the Rota Three Kings Market. Очень многие раны не обходятся без специального оборудования. Вы уже с одеждой познакомились, что у нас есть свои футболки, там своя аббревиатура, но на этот ран вот группа из Роты подготовили вот такого быка. То есть бык получился, ну, просто необыкновенный. Они его надули, вставили какие-то штуки туда вовнутрь. Ну, сейчас вы все это увидите. То есть и вот этот бык будет нас типа гонять по городу. Ну, помимо тех двух, которых вы увидели в предыдущем кадре. То есть, что с этим происходит, это невероятно. Опять же, много нас фотографируют. Смотрите, он перекрыл дорогу вот этому автомобилю, и испанец вместо того, там, чтобы пипикать, ругаться, он достал фотоаппарат и начал его фотографировать. Но веселуха для всех, то есть для местных, для неместных, то есть для всех потрясающе, потрясающе. Cindy doesn't shave down there. Grizzly, grizzly. Cindy doesn't shave down there. Grizzly, grizzly bear. Grizzly, grizzly bear. Grizzly, grizzly bear. Cindy doesn't shave down there. Grizzly, grizzly bear.
Cindy doesn't wash down her gummy, gummy. Cindy doesn't wash down her gummy, gummy bear. Gummy, gummy bear, gummy, gummy bear. Cindy doesn't wash down her gummy, gummy bear. Безусловно, очень сложно недооценить красоту самого города. Посмотрите, он расположен наверху обрыва Тахо, это называется. Видите, вот этот вот старый мост, где раньше была тюрьма. Вернее, называется он сейчас Новый мост, но он огромен. Это потрясающее великолепие. Jesus take the hand, she goes the platform through his hands. Jesus saves, Jesus saves, Jesus saves. Reap it for all the hatches. Reap it for all the hatches. Reap it for all the hatches. Jesus saves, Jesus saves, Jesus saves. Jesus can't go hatching because he wears Shiggy on his head. Jesus can't go hatching because he wears Shiggy on his head. Jesus can't go hatching, cause he's wishing on his head. Jesus saves, Jesus saves, Jesus saves. Free beer for all the hashers. Free beer for all the hashers. Free beer for all the hashers. Jesus saves, Jesus saves, Jesus saves. Раз уж сегодня наше видео посвящено хашу, нашим путешествиям, нельзя не сказать о традициях. То есть, когда к нам приходят новенькие люди, у них есть, ну, есть наказание, есть поощрение. Вот сейчас вы видите выпивание пива через руку, то есть все безумно кричат, то есть вставляется рука вот в такую вот штуку, чтобы она не могла согнуться, в такую трубу, и выпивается пиво. Если ты не допил, то выливаешь его на себя. Вот такая традиция. Нравится такая традиция? Ставьте палец вверх! Ну, на этом дело не закончилось, эта девочка новенькая, ей дали имя, хашевское имя, и так как у нас не было лишней муки с собой, на нее высыпали чипсы, это также традиция хаша, вот такая веселуха у нас проходит. May the hash go in peace. We were never here. We were never here. So clean up your shit. Clean up your shit. Hey, get the dogs out there. Come doggies, hash doggies. Hash doggies. Have a fun day. Хорошо, время проходит очень быстро, и набегавшись, проведя полдня в этом прекрасном месте, мы едем на обед. А на обед мы едем в соседнюю небольшую деревушку, так как в Рондо-Ферия и очень много народу, мы решили пообедать и заодно и поужинать в небольшой андалусийской деревне. Вот сейчас на автобусе, пробираясь по узким-узким улочкам небольшой деревушки, мы пытаемся добраться до нашего ресторана. Ну, ресторана у нас не будет на съемках, потому что мы безумно устали, и как-то вот этот момент я выпустила. Но это был потрясающий день, это было великолепно. Если вы были в Рондо, пишите, пожалуйста, в комментариях, я буду рада вашим комментариям. Я с удовольствием их читаю и всем отвечаю. И уже поздно вечером мы возвращаемся домой, Рондо остается позади, закат, и мы все такие, знаете, как расслабленные, счастливые, возвращаемся домой, чего и вам желаю. Информацию о хаше можно найти на, если открыть страницу в интернете, achi-achi-achi-hh-3, например, Никос, Малага, любую. Мы ждем всех. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте под этим видео комментарий.
Если нужна какая-то дополнительная информация, вся она есть под этим видео в описании. С вами была Оксана Майкова. Пока-пока, увидимся в следующем видео.